Всем привет, друзья! Приветствую вас всех на своем канале. Я приветствую Мурзик. О, Мурзик. Не, без кота и жизни-то, да? Гляньте, что творится. Я реально сейчас вышла на улицу, гляньте, в дождевике в каком. Это не моя муза. Спасибо, сапожки резиновые купил. Ребята, какой у нас ливень был и гремит до сих пор. Вон оно. Ну, думаю, что тут натворило, посмотреть хотя бы. И вот кот мой пришел, я не знаю, где он был. Остальные в доме. Бедняга мой, где ты был? Ну, короче, дождь прошел, не дай бог, ребята. Ну, вернее, дай бог, что он прошел, потому что пекло было. Аномальная была жара. И ты как не поливай, как что, все равно же жарко. И ужасно прямо было. А сейчас, может быть, собьет хоть жару 40-градусную, да? Смотрю владение, где что натворило. Там дорогу вымыло на улице, такие ямы. Лило от соседа по обоим сторонам у меня. Все, короче, повымывало полностью у нас дорогу. Не успеваем засыпать отсевом. Ну, отсев у нас есть, специально у нас лежит. Ну вот, ребята, дыни и арбузы я полила. Ну, я, муж полил, я тут помогала ему, да? Залила конкретно. И пошел дождь. Или когда заливаем, дождь идет. Или же, когда я стираю большие вещи, только постираю, нужно как специально. Ну, конечно, радостно. Радостно смотреть, что чуть-чуть все оживет. Потому что уже терпения не было от жары. Даже кот он домой не пришел, где-то был, представьте. Эти поприбегали все, сидели там в веранде на диване. А он, вот он, увидел меня, что-то рассказывает, бегит, гляньте. Ну, какие-то еще тучки подозрительные есть, возможно, еще будут. Но глобального ничего не натворил. Орехов чуть-чуть подбил там. Цыплята мои целые. Я вышла, собственно, что? Посмотреть цыплят. Дорога то 10-я забота. Дорога то такое. А вот цыплят, думаю, лило так по двору. Вообще, как никогда. Гляньте, улегся. Как его показать? На плечо, на руку. О, нормально, да? Нашел место под солнцем, называется. Пошли, Мурзик. Мурзик. О, это мой красавец. Он разговаривает. Мурзик, не балуйся. Я понимаю, что ты показываешь чудеса эквилибристики, но тоже имей совесть. Ну, гляньте. Вот как. Без кота и жизни-то, да? Вот как без кота. И он у меня не один. Я их люблю, и они мне дарят свою любовь. Света нету, ребята. Я не знаю почему. Наверное, может быть, отключили из-за вот этой грозы. Гроза сильная, и еще она не закончилась, а где-то там он слышны раскаты грома. Но так ничего не поваляло, не по это. Я вышла посмотреть цыплят, потому что... Ой, господи. Потому что, думаю, на цыплят на моих шла вода. Так, Мурзик, не балуйся. Смотри, сейчас намотимся с тобой. Уходим отсюда. Домой. Убьешься тут с Мурзиком на пару.
захотелось посмотреть кур еще, что там с моими курочками, все ли в порядке. По орехам прем как танки. Танки грязи не боятся, да? Так и мы. О, гляньте, как обойти. О, ушел уже от меня, все. Пошел к другу, да? Короче, ребята, вот такое. Сейчас глянем, что тут происходит у нас. Задом зайду. О, куры. Куры ломятся домой. А чего вы взялись? Сейчас пойдем. О, куры уже. Куры ломятся домой. Давайте, дергайте. Уже занимают плацкартные места свои. Открою калитку, кто там куда выскочил, придут. О, гляньте. Мурзик, привет! Привет, Мурзик! О. Вот сейчас будет лезть на руки. Ой, ой, чучело. Такой не кот. Чудовище так какое. Ребята, это вообще, да? Дождались. Так, с курочками все в порядке. Открываем двери, потому что некоторые шастают во дворе чего-то. Повылазили. Мурзик, я понимаю, что ты хороший котенок, но совесть имей чуть-чуть, да? Угу, скажи, буду иметь. Ой, господи, сейчас смотри, по капли дождя на тебя упадут. Да, дождевичок пригодился, ребята, потому что под деревьями не очень комфортно ходить. Цыплята мои. Забеспокоились. Не будем беспокоить. О, та уже садится. Тут тоже не будем беспокоить. О, это разоралась. Короче, последствия дождя не так прям разрушительны. Вообще нет. Хотя я переживала за клетки, потому что цыплята маленькие в клетках, чтоб не залило. Ребята, лило так. Все-таки. Обошлись легким испугом. И все получается. Вон там клетка стоит специально во дворе, чтобы туда подальше. Техника вся. Этот накрытый трактор. Прицепом. Цыплят накрыло. В клетках стоят на травке. Специально мы оставляли траву, чтобы им было, ну как, комфортней, что ли. Все-таки, как, ну как, корм даем. Но трава тоже имеет свое значение, особенно там спарыш.
Аспарыш это лекарственное растение. Так что. Ну, вроде бы. По всем владениям. Никаких основательных разрушений. Никаких проблем у нас нету. Посмотрели после дождя. Чуть-чуть орешков набило. Ну, то ерунда у нас этих орехов. Во-первых, много. Во-вторых, у меня с прошлого года еще несколько мешков стоит. Не могу никак с ними разделаться. Летом ничего с ними не делала. А зимой болела. Думаю, да ладно, ну их. Пусть стоят. Ну, на этом, ребята, все. Заканчиваю обзор своих владений. После дождя. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Всем, ребята, пока!